Гитарист Роман Мирошниченко наряду с Ханс Циммером, Бейонсе и Ван Моррисоном среди номинантов голливудской музыкальной премии. Вот такая новость пришла к нам накануне. Роман Мирошниченко – это постоянный гость и соорганизатор фестиваля «Мир гитары», который ежегодно проходит в Калуге. Также среди номинантов премии в Голливуде в разные годы были всемирно известные композиторы и исполнители Марк Энтони, Ван Моррисон, Ариана Гранде и Юту. Роман Мирошниченко – это один из самых титулованных фьюжн-гитаристов современности, который завоевал признание на мировом уровне благодаря своему исполнительскому мастерству и авторской музыке. А свою карьеру Мирошниченко удалось стать 30-кратным лауреатом в более чем 40 номинациях разных международных музыкальных премий и конкурсов. А вот сама церемония награждения победителей пройдет 17 ноября в Голливуде.